Но сейчас мы покажем удивительные красоты кадры. Мамаев-Курган накануне вновь озарился светом Великой Победы. Уже второй год подряд на главной высоте России проходит грандиозная акция. Зрителями световой инсталляции вчера стали около 50 тысяч человек. Это жители и гости города. Я, Андрей, кстати, вчера тоже специально приезжала на Мамаев-Курган, чтобы увидеть всю эту красоту. Но мне, к сожалению, только в записи удалось посмотреть. Ну, давай вместе с нашими зрителями сейчас еще раз посмотрим эти кадры. Комментарии здесь излишни. Помните, через века, через года, помните о тех, кто уже не придет никогда. Помните, какой ценой завоевано счастье. Пожалуйста, помните. Я очень впечатлен Россией и хотел приехать на эти три дня, и первое место — Волгоград, Великая битва. Это очень печально, столько людей погибло. Шоу очень интересное, это заставляет чувствовать себя русским. Я горд видеть такое количество людей, это впечатляет. Мы счастливы, мы живем в городе-герое Волгограде. Мы рады, мы разделяем эту победу со всей страной. И поздравляем ветеранов с этим праздником. Да. И всю страну нашу. И всю страну. И мы всегда мирного неба над головой. Да, спасибо им за все, за эту победу, за нашу жизнь, за наше счастье, за мирное небо. Спасибо. Впечатление, да, очень замечательное, очень интересно. Как бы трогает, заставляет задуматься, лишний раз вспомнить этот великий подвиг наших отцов, дедов. То есть это очень важно, это для нашего будущего обязательно, просто необходимо помнить и знать эту историю.